Могу ли я дать денег гражданину ЕС, чтобы он признал меня родственником, и тем самым я смогу получить вид на жительство этой страны и уехать отсюда? Это, с Россией, это вопрос был отвечен, что хочешь делать Дарул-Куфр. То есть, да, ну, Дарул-Куфр, Дарул-Куфр более лучше, можно, но такому человеку надо подумать, ему в Европу надо хиджру делать, или ему надо хиджру делать от среды кафиров к мусульман, или защищать мусульман. Естественно, должен человек думать о другом, он должен хиджру делать от Дарул-Куфр, если он там не может свою религию делать, Дарул-Иман или Дарул-Джихад, который идет джихад, вести джихад на пути Аллаха. Они надо думать, если хиджру делать, что они его кормили и жили, и жить под опекунством кафира, когда он может жить среди мусульман. А из этого вопроса тоже вытекает такое, чтобы дать денег, чтобы он родственникам стал как бы на бумаге, будто даже или усыновление, вот, или же чтобы он, как будто его какой-то там муж, жена, если так на бумагах. Mm-hmm. Считается ли дозвольно? Это делают фиктивные браки, делают фиктивные бумаги. Там много ученых запрещают, и есть много, кто разрешает для нужды. Чтобы гражданство получить или убежище получить, есть очень много, кто разрешает. Если они оба знают и не уединяются с этими людьми, которые пишут фиктивный брак, и не произносят такие слова, просто бумажник кто-то сделал, тем более при кафирских законах, такого запрета я не вижу. Но есть, который запрещает этот. Я сам это обсуждал с Хани Сибари, он говорит, запрещено, нельзя делать. Но есть, которые много разрешают тоже.